Благодать и мир вам, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, кто нас посетил, друзья, которые находятся с нами в прямом эфире. У нас сегодня тема о страданиях Иисуса Христа. Но поверьте, о Иисусе Христе, о Его страданиях можно говорить по-разному. И вот в пении, в стихотворении, в рассуждении, которое мы имели, я думаю, что у меня будет как продолжением этой темы. И я прочитаю из послания к евреям. Послание к евреям, оно очень сложное. Это апостол Павел разговаривал со своими братьями, евреями, знающими закон, на своем родном языке. И я думаю, для тех, кто по-русски и по-английски говорит, и по-русски хуже, чем по-английски, сложно его понимать. Но здесь слова сказанные о Господе нашем Иисусе Христе. Во второй главе апостол Павел пишет вот к евреям в послании, что через уничижение и смерть Христос соделался победителем смерти. И я прочитаю сокращенно, выборочно, из 2 главы, 8 стих, 7 стиха. «Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему». Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое, братья моим, посреди церкви, воспою тебя, и еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Я свою проповедь назвал коротким названием «Вождь спасения». В центре рассуждения нашего сегодня Господь Иисус Христос. Здесь так написано, интересно, «По благодати Божией вкусить смерть за всех». Благодать – это благое, доброе расположение Бога, открытое сердце, полное любви Богом. Вкусить смерть за всех. В плане спасения было Бога, чтобы там в вечности, на престоле Отца, по правую руку находится Сын Божий, Иисус Христос, во славе Своей. И на этом престоле, чтобы с Ним сидели рядом, церковь Его. Подобно как на престоле, за столом Давида, был потомок друга Его, сын друга Его, так на престоле Отца Небесного Сын занял по праву место, и Он желает, чтобы с Ним разделили часть. Он назвал церковью, возлюбленную, несотворенные, рожденные от воды и духа, сыновья и дочери. Когда Иисус был на этой земле во плоти, Бог Создатель, Бог Творец, Бог Отец засвидетельствовал: «Сей есть Сын мой возлюбленным, в котором мое благоволение, в котором моя добрая, благая воля открытая». Иисус Христос показал собою Отца Небесного, сердце Его. Но сегодня наш взгляд направлен хлеб и вино, тело и кровь. И мы сегодня направляем наш взгляд, и мы видим, что по Вио Долороса идет Сын Божий, не в золотом венце, избитый, израненный, Слово Божие говорит,
Он был истязуем и изранен наипаче всех людей. Так ни над кем не издевались. И идет Сын Божий. Слово Божие нам говорит, что Он смирил Себя. Когда Христос был на этой земле, это был Бог во всем Своем величии, но в плоти человеческой. И написано, что Он смирил Себя. Как понять это слово? Я понимаю так, что образно, если бы мы посмотрели, что Бог Царь, Он снял с Себя золотой венец, Он снял с Себя дорогие царские одежды, Он отложил силу Свою божественную и стал подобен нам. От творения Его люди на радостях возложили Ему на голову венец, только из терна, и одели на Него одежду, и надругались над Ним, и надсмеялись над Ним, и избили Его. И идет Он и несет крест на Себе. Но знаете, мне нравится гимн, который поет хор. Сильный вождь, могучий мира князь. Слово Божие нам не описывает внешность Иисуса Христа. И я понимаю, что это был не Самсон. Но мы видим избитого, израненного, но исполненным Богом силы. Тот, который должен дойти до Голгофы и на кресте Голгофском умереть. Знаете, часто в стихотворениях, в песнопениях, ну, немного искажается сущность Иисуса Христа. И говорится, что Он шел под крестом и упал, и тогда Симон Киренеянин взял и понес. Христос не падал. Сына Своего Бог наделил силой, и Он нес, и Он донес до креста крест. Но просто воинам и вождям Израиля надо было быстрее все это дело сделать. Поэтому они возложили крест на Симона. А Христос, исполненный силы, физические силы Его были на изнемождении. А вот духовно Он был, вы замечали, наверное, в жизни, не всегда здоровые и сильные люди, а с виду небольшие, но обладают внутренней силою, твердостью, верностью. Это наш Господь Иисус Христос, который шел на Голгофу, и потом руки Его пронзили, ноги Его пробили гвоздями. Но вот в одно только мгновение или в одно время Он возопил громким голосом: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Что случилось? Бог говорил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог изменился по отношению ко Христу? Или Христос изменился по отношению к Богу? Бог не меняется. Бог Отец никогда не меняется. Что произошло? Слово Божие нам открывает характер или сущность Бога. Он любящий, Он благий, но Он святой. Пророк Аввакум говорит: «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение Ты не можешь». Пророк Исаия в 59 главе говорит такие слова с 1 стиха: «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не оттяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Мы помним в саду Гефсиманском, Иисус Христос молился и говорил: «Отче, если возможно, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, чтобы мне не пить ее, впрочем, не моя воля,
но Твоя да будет. Мы, наверное, много слышали рассуждения о том, что такое чаша. И вот Слово Божие нам открывает, Исаия говорит, что Бог возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем, и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. Дорогие братья и сестры, вот был момент, когда Бог отвернулся от Сына Своего, когда Иисус возопил: «Боже мой, для чего Ты Меня оставил?» Потому что на Иисуса Христа, Тот, Который смирил Себя, снял одежды царские, возложили одежды грабителя, вора, наркомана, пьяницы, ругателя, самых грязных людей всего мира, все грехи твои и мои. И Христос эту чашу испил. И она для Него была неестественна для Бога. Грязную чашу грехов всех людей взять на Себя. Но Он это сделал. Он стал жертвой умилостивления за грех всего мира. Грех всего мира Бог возложил на Него. Я в благоговении пред Иисусом Христом не могу сказать, что Он стал грешником. Нет. Там под грудою греха всего мира билось чистое, божественное сердце Иисуса Христа. Но Он смирил Себя и взял на Себя. И Он стал, понес возмездие за грех смерть. Между Богом и грехом нет ничего общего. Между Богом Отцом, в Котором благоволение к Сыну стал страшная стена, это грех. Иисус Христос был оставлен. Иисус Христос умер. Но Он имел заповедь от Отца Своего. Он Его воскресит. И Бог воскресил Сына Иисуса Христа. И Он одержал победу над смертью. Самое страшное Иисус Христос знал в очах Божьих – это грех. Иисусу Христу неестественно было принять, но Он принял эту чашу. И Он стал виновником спасения вечного для нас. Дорогие братья и сестры, на Голгофском кресте уплочена цена за грех всякого, кто приходит к Иисусу Христу. Сегодня мы вспоминаем о Иисусе Христе, о том, как Его истязали, как Его изранили, как Его вели. Но вы помните, когда женщины, шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Сегодня мы собираемся в дом молитвы, и у нас сегодня не поминание, у нас сегодня не оплакивание Иисуса Христа, а у нас сегодня праздник радости со слезами на глазах, потому что мы плачем не о Иисусе Христе, а о своем внутреннем состоянии. О Иисусе Христе, Который понес грехи наши, уплатил за нас и нас освободил, сделал свободными. И нам открыл доступ в небо, к престолу Отца. Людей, которых были в грязи, поднял на путь спасения и введет в вечные обители, в чистые небеса, там, где нету греха, нету скверности, лишь Бог, свет, чистота и любовь. Это сердце Бога, это сердце Иисуса Христа. Сегодня день, когда мы чествуем Иисуса Христа. Посреди церкви воспою Тебя. Мы сегодня собрались вместе, чтобы прославить нашего Господа. Одна мысль. Для Иисуса Христа самым страшным было
не Гефсимания, хотя его внутреннее состояние было борьбы, не толпа, которая его кричала «распни», не воины, которые бичевали его, не римские воины, которые прибивали его гвоздями. Самое страшное было – это ему отождествиться с грехом. Дорогие братья и сестры, для нас, для детей Божиих, смерть не страшна. Смерть давно Христу проиграла. Верующий человек, если умрет, он живет. Страшно. Ни скорби страшны, ни болезни. Мы еще на земле здесь. Самое страшное – грех. Для Иисуса Христа он знал цену греха. Он знал коварство греха. Ему самое страшное было или трудно было принять эту чашу греха, которую Бог возложил на него и которую он добровольно принял. Дорогие братья и сестры, самое страшное в жизни нашей должно быть грех. Вы знаете, чуть дальше, в 6 главе, апостол Павел пишет о тех, которые, познавши истину, вкусивший дар небесный, и отпавших, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Я думаю, вот это самое страшное, когда люди познали истину, познали Иисуса Христа, познали дар небесный, а потом грехами своими, произвольными грехами, Слово Божие говорит, вновь распинают Сына Божия и ругаются Ему. Я думаю, вот это вот есть предательство. Вы знаете, мы вчера за утренней чашкой чая в семье, и жена моя говорит, я Сейлочку, внучку младшую, не видела 2 недели, она болела, малышка, увидела на собрании, взяла ее на руки, она такая легкая, а дочка говорит, она как обняла за шею со всей силы. Молодые мамаши, папаши, вам известно это чувство? Дедушки, бабушки, вам известно это чувство, когда внучок или ребеночек обнимет со всей силы за шею? Из-за чего он это делает? Из-за чего внучка моя так обняла бабушку? Да потому что она бьет ее постоянно. А если она что-то не так сделает, она ее вообще в тюрьму посадит. Мы знаем, что это не так. Это есть внутреннее состояние. Это называется любовь. Бог не желает, чтобы мы боялись Его, потому что если мы не Его, в тюрьму попадем, в ад попадем. Бог не готовил для человека ад. Бог приготовил его для дьявола из ангелов его. Дорогие братья и сестры, Он приготовил для человека небо. Он приготовил престол, на котором желает разделить. И Он зовет. Придите, отзовитесь. В послании к римлянам, 8 глава, такая красивая глава, 31-32 стих. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего?» Дорогие братья и сестры, Бог сегодня простирает руку ко всем. Может, в нашей церкви есть или нас слушают те, которые не отозвались на призыв. Когда-то Давид позвал Мефисфея, и он пришел. Бог сегодня зовет всех. Он в свое время позвал меня, он позвал тебя, позвал тебя. Помнишь, когда ты отозвался и пришел ко кресту Голгофский, и Бог снял тяжесть греха и соделал детем своим. И он теперь на пути жизни ведет нас, направляет, работает через Слово, через Дух Святой. И он приготовил в небе. И Он зовет на престоле Своем разделить с Ним часть. Если ты не отозвался, приди. Дорогой друг, может, ты был в семье,
детей. А потом грех увел тебя, грех поставил разделение между святым Богом и тобою. Его нужно просто возненавидеть грех и вернуться к Богу. Вернуться, и Он восстановит тебя. И Он вновь простит и оденет тебя в одежды праведности. Дорогие братья и сестры, сегодня день не поминовения Иисуса Христа, не оплакивания Его, а радости, что тело, которое было ломимо, когда мы хлеб примем, это за мои грехи Иисус пострадал, невинный, святой. Глоток вина – это кровь Его, которая омыла грех мой, грех твой. Страшный грех, грязный грех, и Он не вспомнит никогда. Очистил, омыл и одел в одежды праведности. И вот из чувства любви мы сейчас придем и крепко обнимем ноги Его и в молитве поблагодарим Его. И остаток дней жизни твоей и моей пусть будет в сердце любовь к Богу и признательность за любовь, которую Он доказал в Сыне, и за те обители, которые Он приготовил. И если Он Сына Своего не пощадил, но предал Его на страдания, неужели Он нам не дарует всего этого? Дарует. Поэтому Он, Иисус, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то и может искушаемым помочь. Слава Ему за это. Аминь. Поклонимся Господу.